Итак, всем привет. Это обучалка. Например, возьмем две пятерки, два туза. Например, обычная сменка самая. Пять бубен, опять пик. Две пятерки так. Держим брейк мизинцем и сдвигаем. Далее делаем так. Когда накрываем указательным пальцем пятерку пик, выдвигаем сюда. Ну а далее все просто. Короче, вот как оно выглядит. Я ладони не буду закрашивать, вы увидели. Итак, вторая двойная сменка. Под пятеркой два туза и еще одна пятерка. Брейк по тремя картами. Сдвигаем пальцами. Такое же движение, только сдвигаем две карты, как в первой сменке. А дальше все просто. Так, еще раз. Так, следующая сменка. Довольно-таки тоже простая. Два туза и потом пятерка. Брейк под двумя тузами и безымянным пальцем брейк под пятеркой. Когда накрываю колоду так, вот я пальцы расправлю, чтобы видели. Делаем вот это вот такое вот движение. Ну, им надо потренироваться. Смотрите еще раз. Опа. И ладони закрываем. Когда переворачиваем колоду, держим здесь два туза, то есть пальмируем. Смотрите, без пятерки. Поднимаем, опа. Сдвигаем пятерку на низ и бросаем. Дальше сдвигаем туза. Довольно-таки все просто. Потом, когда сдвигаем, вместе с пятеркой задвигаем его. И у нас здесь один туз. Вот такая простая сменочка. И еще одна сменка. Она выглядит так тоже. Так. Туз. Наверху семерка, туз. Там восьмерка. Тоже. Держим брейк под восьмеркой тузом. И брейк под семеркой. Точно так же, как и в прошлом сменке. То есть выдвигаем туз с восьмеркой. Не только один туз, а с восьмеркой. Таким движением. Фальмируем его и бросаем. Ну, легче даже ничего придумать нельзя. Итак, сэндвич ченч. Я использовал там две девятки червей. Нужно две одинаковые карты. Ну, чтобы вам было более понятнее, буду использовать две пятерки. Например. Например, туз бубей — это карта зрителя. Там ее сфорсируете как-нибудь наверх, ложными носовками. Короче, будет сверху. И любая карта из колоды, например, Т-пик. Кладете их вот так вот. Брейк под тузом. Когда ложите, первую пятерку ставите брейк безымянным пальцем.
и потом две карты. И также это движение. Хопа, пальмируйте. Туз, а там пятерка. Когда делаете вот так вот, ну как? Так, для виду. Берете две пятерки, там уже туз. Ну вот и все. Кстати, если хотите, могу выложить обзор на гав-колоду. Сейчас покажу ее. Ну вот, вот такая вот она. Классная, кстати, вещь. Самому ее и невозможно сделать. Но если даже сделать, это все равно дерьмо будет. Во-первых, это прослушать дольше, ну и качество лучше. Короче, если хотите, пишите комменты. Я выложу обучалку для гав-колоды и также обзор на нее. Все.